Всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Мегон. Это Мауса с треком Лелуш против Ягами Лайта. Давайте посмотрим это противостояние. Представляет аниме рэп батл с подписчиками, часть 9. Лелуш Ламберг против Ягами Лайта. Эй, посмотри-ка мне в глаза, да не бойся, парень, но тебе не повезло, ведь ты со мной сегодня в паре. Это сила Гиаса, побил рекорды Гиннесса, убил я сотни человек, и скоро тебя вынесу, ты возомнил себя богом, решил построить новый мир, и не смеши меня, я Кратос, и я всех убил. Надо отойти, навестить Аману Мису, ух, я научу манерам эту маленькую кису. У тебя есть Шинигами, мы зовем его Ичиго, вырвет он твое адамовое яблоко, бинго. Уничтожит тебя, ведь ты жалкий косоглазый, для Британии зараза, убиваю раз за разом. Это война умов, и в этой войне проиграешь. Я поставлю шах и мат, но ты это не понимаешь. Эй, Кира, быстро беги, сюда идет Рюзаки. Он поставит тебя раком, это твой знак зодиака. Хорош. Опять Ягами. Слышать мой голос живую, сингулярный трип. Твой исламистский бог ныне не твой судебный пристав. Я просто хочу видеть лицезреть твой жалкий вид. Молись Аллаху, чтоб исходом стал сердечный приз. Моя сила в словах и тут полна тетрадь повествований. Моего имя нету в ней, увы, но скоро все исправим. Мой помощник сама смерть, твои амбиции в астрале. Я забиваю трупами шкафы, для тебя место оставил. Приход бога, я и есть справедливость. Скажи на милость, пой честный твой или опять какая низость. Выбрал себе Никсиро, не треться победе. Пешка побеждает пешку, Моцарт, Сальери. Я прав и без причин, слав мою сторону не надо. Мои притчи сталь, твои привычки прятаться за стадом. Никогда не понимал, за что мне свыше дали договор. Я вроде не слепой, но не вижу битвы, тут даже в упор. Тактика на уровне, о чем тут вообще речь? Там квадраты, глаголы, ему за это летит плотный лещ. Ягами Лайт на проводе, а значит Ламберг стихнет. Если сил не хватит, трюк террористов пропасть кинет. Кира Батли босс, а ты ничтожная псина. Стоять в паре со мной, худшая перспектива. Я убью. Но Лелуш мне больше зашел. Бой, ты еще то исчадие. Мое лицо я запомнил, можешь молить о пощаде. И снова Кира Батли стреляет рифмами, как миниган. Я разнесу твою контору, словно ураган. Меня считают психом, но да, есть немного. У меня один комплекс, и это комплекс бога. Не, Лелуш было почетче. Лелуш зашло почетче. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.